сорт острого перца Habanero Red. Это самый распространенный сорт. Вот смотрите, маленький кустик, который высотой всего, ну не знаю, сантиметров 20, наверное. Он у меня растет между томатами. Вот тут полная тень, тут практически солнца никогда не бывает. Это у меня такой маленький малыш. Ну, вы посмотрите, сколько на нем плодов. Он полностью усыпан плодами. При хороших условиях, если вы будете выращивать его, к примеру, в теплице, этот сорт может дать до 1000 перчин с одного куста. Высота куста может быть от 70 до 1,20 м. Довольно-таки высокий. Этот сорт родом из Мексики. Острота его от 150 до 350 тысяч единиц по шкале Сковеля. Посмотрите, какое большое количество перца. Это с учетом, что он у меня вообще маленький. Он 20 сантиметров, 20, ну не знаю, там 20, наверное, на 15 шириной. Вообще махонький. Тут еще зеленых полно. Вот если посмотреть, тут, правда, листья, тут все это не так-то просто и показать. Вот. Такие вот еще один есть кустик. Это вообще миниатюрный, махонький. Вообще тут практически у него сантиметров 15, наверное, в высоту. Вот. На нем плоды. Вот такой вот, видите. Вот тут тоже, смотрите, вот еще один. Вот такой вот маленький. А гляньте, сколько на нем плодов. Тут вообще, тут высота в него, ну, я не знаю, сантиметров 15, наверное. Вот такой урожайный сорт. Это неприхотливый сорт. Его можно выращивать в любых условиях. То ли это жара, то ли это холодно. Желательно, конечно, притенять. Почему? Потому что он боится прямых солнечных лучей. Перец горит сразу. Все перцы сверхострые, все вот эти декоративные, все надо притенять. Ну, как бы я не знаю, кто в каких регионах живет. Как бы вот я живу в Харькове. Это Украина. У нас тут зашкаливает за 50, бывает, градусник. 15-20 минут, все, все сгорело. Так что в квартире, конечно, если поставить какую-то тенячую сеточку на окно, он просто бесподобный. Он может достигать, я же говорю, там 15-20 сантиметровой высоты, если аккуратненько кустик сформировать. Я вот формирую его постоянно, не даю ему разрастаться. Вот видите какой, ну, он вообще-то миниатюрный, маленький-маленький. И вот с таким количеством перцев, очень большим. Это я с трех кустов уже собрал, очень много перцев. Так что я советую выращивать как на подоконнике, в горшке. Горшок нужно где-то будет литров 5-6. И он будет вас радовать большими урожаями. Это довольно вкусный сорт. Не мне прихотливый. Выращивается точно так же, как и обычный сладкий перец. Агротехника такая же. Так что советую вам выращивать такой перчик у себя дома. И больших вам урожаев. Удачи. Всем пока.